Привет. Зритель в телеге сказал, включай, когда я сказала, скинула фотку еды и написала, не знаю, включить камеру или так пожрать спокойно. Я, в принципе, подумала пожрать на камеру, а потом подумала, может, так пожрать спокойно, потому что у меня тут и без камеры есть одно животное. Короче, у меня тут гречка. Спасибо Карине за тот донат, мы с ней, с кошкой, жрём мясо. Сейчас. По идее, надо бы ножичек взять, чтобы отпилить это мясо. Ой. Где у меня тут ножичек был? Короче, у меня тут просто гречка с розовой солью. Я как бы планировала потайпить, но что-то схлестнулась языками ВКонтакте с подружкой со мной. Толку от этого, правда, было мало. Точнее, никакого. Там какие-то идеи возрождались, но они такие, на пустом месте, в никуда. Ну, я думала, ладно, сейчас мозги расслаблю, посуду помою, поесть приготовлю, поем и буду тайпить. Потому что я как бы хотела за выходные сделать тайп, потому что на неделю мне не получилось, ибо сначала меня запрягли что-то сделать, потом меня снова запрягли что-то сделать. Ну, как бы попросили, и как бы и отказать бы надо, потому что есть другие люди, которые более оперативно это сделают. И религия запретила отказать. А потом я пообщалась случайно с очень неадекватным человеком, из-за чего впала в нервное состояние и пару дней так оживала после этого. Ну, короче, за неделю как-то ничего у меня не случилось. Того, что я хотела, отсюда страница 3 сделала. У меня тут свинина, окорок без кости. Я вчера килограмм с хвостиком купила, там килограмм 64 грамма. Сейчас кошка сняла с моей ноги тапку под столом. Расфигачила мясо на 6 частей. И было как бы кусок поменьше и кусок побольше. И, по ходу дела, я так и сделала. Я засунула сюда лук, порезав кусочками. Черный тмин. Специи для мяса из той коробочки. Не дери эту самую скатерть, сейчас я тебе дам кусочек. Розовую соль. И вроде все. Ну, залезала, пакет засунула в холодильник на сутки. А потом сунула, значит, в эту в духовку сегодня. И уже когда, ну, где-то час так. Ну, не час. Короче, сначала 50 минут на где-то 190 градусов, а потом где-то еще минут 25. Или 30, хрен знает. Ну, где-то чуть меньше полутора часов оно у меня. Куда? Готовилось, но когда вот первые минут 40 оно готовилось уже, думаю, блин, я же забыла проткнуть пакет. А после этого он стал подщелкивать. Вот Аня, которая сказала пожрать мне камеру. Ну, примерно это, включить камеру. Жаловалась в телеге, что у нее пакет больше часа не выдерживает выпекание. Мне так, пока еще такие пакеты не случались, не встречались. О, проснулся один товарищ. Извини, Никитос. Я тут с телефона камерой управляю. Пожрусь и прочитаю, что ты там написал. Я специально крышки сделала, чтобы не только одно мясо лопать, как у меня в последнее время бывает. Но, может быть, под гречку надо другую вилку-ложку? У меня вот здесь еще лежал как бы ноутбук, но сейчас тут только коврик с мышкой, а ноутбук с зарядкой внизу, на табуретке. Вкусничка. Я со вчерашнего вечера начала тестить одну штуку. Если интересно, можете мне вякнуть в личку.
Тут что-то кожа какая-то, она вообще не знаю, на свине была кожа или нет, то она выглядит как кожа. Короче говоря, вякнуть в личку, в телегу, я вам скажу, что за штука. Так вот, благодаря этой штуке, я вчера более-менее вырубилась вовремя. Ну, точнее так, легла с закрытыми глазами. И на ближайшие 6 часов с лишним их не открывала. Потому что почти сразу уснула. Может быть, потому что я не тыркалась. Не было возможности тыркнуться в телефон. Прочитать всякую дичь и не дичь. А я подумала, что благодаря этой штуке, процедуре для глаз, не совсем глаз, конечно, процедуре для некоторых частей лица, мне наконец-то вернется в нормальное русло мой режим сна. Небольшой такой бульончик. У меня как раз сегодня суп закончился. Надо будет на основе этого бульончика замутить еще один рассольник. Я тут так режу, я не знаю, видно там было, наверное, нет. Короче, у меня тут форма для выпечки. В ней вот этот пакетик, а в нем это мясо. Сейчас кошку подам, не трись об мои ноги, я сейчас тебе дам мясика. В следующий раз туда на вот мёд фигакнули соевого соуса. Я что-то про это сочетание забыла. А там в чате телеги, ссылка вон по боксу, девочки обсуждали, как своять гуся, в смысле запечь. И вот напомнили, что можно мясом, мне кажется, любое мясо вкусно, если его медом и соевым соусом зафигачить. А вот соус запечь. Да. Мне кажется, это второй по счету бунбалк на этой неделе. Что, так быстро съела, что ли? Или не нашла? Я еще сегодня думала, надо помыть посуду. Но в последнее время я мою посуду, когда у меня клеится большой какой-нибудь ролик. А из больших роликов у меня там как раз надо диск немножко разгрести. Я наконец-то нашла, где у меня находится записанный в январе кукинг, который Монбанк. Ну, сначала там что-то готовили, а потом ем. А потом как-то что-то так заела за два раза этот суп. Думаю, надо помыть посуду. И так не заметила, как у меня эта посуда вымылась. Думаю, ладно, раз я сегодня еще и вот это ем, то это самое. Ту штуку я смонтирую после того, как я это делаю. Вчера у нас все ставило. Ну, в смысле, вчера вообще никакого намека на это не было. Вроде как завтра я тут пчел выставлять. Да. А сегодня я просыпаюсь утром. Еще семьи, кажется, не было. Смотрю, я там снегу привалила. Ну, не так, чтобы сильно, но привалила. Сейчас, правда, уже все ставило обратно. Хотя он там, не знаю, снег это не снег. Местами что-то лежит. Этот бульончик вообще можно, думаю, было бы в гречку добавить, была бы еще более вкусная гречка. На кусочек. К чаю у меня вот пенит есть. Еще меня вчера угостили сывороткой, я достала из морозилки грушу. У меня была замоченная курага. Залила это сывороткой. И надо потом взбить в смузи. На.
Там еще как бы пол кастрюльки этой гречки. Небольшой. Тут еще пол куска мяса остается. Не сказать, чтоб супер большого. Ну так, может, гречкой потом хватит пожрать. Что-то ты как-то не особо просишь мясо-то сегодня. Или тебе его дают, даже не ждут, когда ты попросишь? Или ты ждала курицу, а тут едят свинину? Гречка соленая, без никто тоже, кстати, очень вкусная, что заметила. Но если у нее еще этого попадет немного мяса. Хотя вчера у меня тоже была гречка, немножко оставалось, мне что-то так захотелось есть. Я туда кусок сливочного масла фигакнула, посолила. Думаю, сейчас еще что-нибудь там, колбасы это же или так что-нибудь. А не заметила, как схомячила без никто. Мягкая кура. Хотела сказать курочка, мягкая свининка. На! Аттракцион не стоит хочу ничего нравится. Последний кусочек тебе на сегодня. Мы последние дни еду свою браковали. Окоммунизили что-то странное из тарелки хозяина. Иногда даже сладкое. Иногда даже то, что. Даже не подумаешь, что кошка может есть это. Ну, еда присохла. Миски я замочила. А сегодня их отмыла. И сейчас у нас там стоят свежие чистые мисочки. И блюдечко с молоком. Каша, как бы тебя, видимо, уже никак. Так, зритель, я пока не прощаюсь, но я трублю, чтобы мясо было, и чаю налить. Снова я тут, у меня тут финики. Свежие. Вилочка к ним. Бумажка под косточки. И этот чай, блин, как говорить-то его. А, он был в последнем банке. Короче, этот колодец дракона, который не совсем колодец. Ну, с таким вкусом не колодца дракона. Это будет, наверное, самый быстрый мукбанг за всю историю канала. Потому что я просто ем по большей части. Холодно что-то. Что-то, блин, где-то мне чай капнул мимо. Вроде несла аккуратно, а капнул. Мне еще один мандарин жив. Не забыть было съесть, пока он не окаменел. Правда, не факт, что я сегодня это смонтирую. Потому что надо
Ну что, куча поделать? Ну, завтра смонтирую. Но у меня 2000+ видео. По сути, есть что смотреть. И Мунбал последний недавно был. Приперлись. В карту ты не совсем влезаешь. Где-то с 7 утра ко мне приперлась, прыг на меня. Ну и мы с ней спали. 4 часа. Куды? Опять попёрлся. Так, давай ты лучше на окне в этой в комнате будешь втыкать. Если вот хочешь, всё стоит. Уже, наверное, еще одну фини кину слопать. Куда мне вилочка-то делалась? Финичек. Я их вообще, по-моему, в начале года покупала. Если не в декабре. Что-то они у меня стояли, если не просили. Только угощала ими. А тут что-то вспомнила. И хомячу с чаем. Она много жрать вредно. Итак, 8 штук, походу, дела я схомячила. Даже вот эта фигня с мармеладом и не пойми чем. На всякой так самопальной не очень шагала на хренотенью. Не понадобилось. Ну чего там опять? Какой общительный парень попался. То густо, то пусто. Выкинем. Ну что, зритель, я надеюсь, ты успел пожрать. Это у меня был не то чтобы обед, не то чтобы ужин. Ну, как бы, третий прием пищи. Да, по-моему, на завтрак у меня был суп, потом был... я как-то перелила этот суп, там еще чуть-чуть осталось. Я поняла, что я хочу есть, а еда еще не готова, еще супа поела. Можно сказать, это второе, которое чуть-чуть запоздало к обеду. Если хотите поддержать канал «Дядь Бот Облако», если ждете СМР, то «Облако Бот» рядом. Всем спасибо, кто сидел, надеюсь, вы пожрали. Пока!